На ледяном стадионе норвежского города Тонсберг состоялся чемпионат мира по конькам для женщин. Среди представительниц 10 стран сильнейшими оказались советские спортсменки. Наша Валентина Стенина, она в полосатой шапочке, и олимпийская чемпионка немка Хельма Хазе бежали в паре на дистанции 1000 метров. До этого забега Стенина уже одержала победы на 500 и 1500 метров. И сейчас советская спортсменка вновь финиширует первой с лучшим результатом дня. Заключительная дистанция 3000 метров. И здесь Валентина Стенина впереди. В итоге соревнований она набирает в многоборье лучшую сумму баллов. Свердловчанка Валентина Стенина второй год подряд завоевывает почетное звание чемпионки мира. На втором месте Альбина Тузова, на третьем Лидия Скобликова.